Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы расскажем и покажем новинку от компании Becker. Привычная нам уже упаковка металлическая. Ну, здесь имеется документация. Она абсолютно идентична. Я так понял, на немецком и английском языках. А в остальном все то же самое. Ну, есть QR-код. В сторону. Про сам нож. Упаковка также стандартная. Это флиппер, да, сразу видим. Произведен он в Китае, как и большинство бюджетных моделей от компании Becker. Сталь здесь также, скажем так, обычно, это 440C, супер твердый ее не назовешь, но легко точится, и есть ряд преимуществ, нержавейка и, конечно же, цена. Данный нож, несмотря на повышение курса, на апрель 2020 года составляет 1800 рублей. Лайнер лок, покажем, все четко, все ровно. По обуху ровные, спуски симметричные. Ну, здесь достаточно глубокая линза. Видим гравировку, обработка сатин. Ну и корпус некий алюминиевый сплав. Причем здесь видна снизу шероховатость. Нож изящный, компактный, безусловно, ADC. Видим клипсу, она на постоянном местоположении, и отверстие цеплячное. Две бонки, сквозной, хорошо будет мыться, наверняка, чиститься от грязи и пыли. По характеристикам. Общая длина ножа составляет 210 мм, клинок 95 мм, по обуху 3,3 мм, в сложном состоянии 115 мм, сталь 440C, твердость, ну, порядка 56 порок его, обработка сатин, флиппер, лайнер лок и вес его порядка 100 граммов. Ну, такая бюджетная модель, начинаем с нее. Ну и именно эта модель уже продана, мы ее отправляем, поэтому, собственно говоря, в ФПХ пишем видео для информативности, и нож уедет. Всех благодарю за просмотр, всем всего хорошего и до новых встреч!